еще не бетонировал, ничего, просто щебенка засыпан был. Вот. Я у себя картошку не стал ставить, а Янка у себя картошку ставил. У него подвала не было. Ну и, короче, весной стал металл разбирать. Смотрю, там гора картошки. Она, значит, от Генки картошку таскала ко мне и у нее складывала. Три ведра выкинул. Ты представляешь? И главное дело, мне что, странно. Щебенкой засыпан была, она вот проползает, а щебенка осыпается. Нарыв не было. Я на нору не ношу. У меня это уже через год завелось, не понимаешь, крыша. 2 килограмма этого. Детка, это вообще. Я тоже это поднимал. А потом второй раз подхожу, чтобы понятно, это оно, она это выбегала. И сюда на выход. Но он ее на выход бегал. Ну и потом я еще все это делаю. Это что-то он, наверное, сломался. Вот это он здесь не держится. У меня почему-то фокуса нету, поэтому хочу подождать, чтобы с фокусом он как-то вот, вот это сейчас будет, вот что-то сниму. Вот если сидят, насыпай еще, чтобы не заканчивалось. Я банки из консервов насыпал, поставил, прохожу, пусто. Я еще насыпаю, опять пусто. Еще насыпаю. Полбанки съели, все, как бы нет, говорю, переставили. Жди, говорит, звоняй. Слушай, прям около входа, а он это верстак хорошо стоит. Там потом как гнездо, она себе сделала, это прям такое место было. Он крыса прям около входа. Тут она сделала. А этот пенный пенил, уже трава. И поэтому не читаешь. Это как это? Выходишь, это тут, знаешь, как хряп, хряп, хряп. Вот. Да, бабушка перестала, как то. Котов потом. А потом пошел. Нет, они не перестали. Они еще у нее есть. Феновенные. Они вот только выгрызли, и тут зубки с ней остались. Ну, я потом от баклажки думал, еще... Да нет, нет, он как раз движется. Где ж ты все без телефона? Тут все с телефонами вообще. Вообще-то нет. А у меня он супер-пупе. У него глаза – это телефон. Вон, Варя, луна появилась. Я видела ее уже недавно. А вот этот раскрылся наконец-то до конца. Это тоже вот как бы давно. Его красиво и... Третий пошел, пятый пошел, да. По приколу-то. А мы и не знали, что это так интересно. А мы ходим мимо него. Не глядь. Я столько, я подругам своим послала, и все такие, ах. У всех дачи, и ни у кого нету. Так что вот такие одни. Сейчас мы едем, они завтра сами будут с телефонами сидеть. Алло, тебе надо выкопать и подарить им. Вон у нас они растут. 3000 рассады. Осенью, пожалуйста. Элитный цветок. И к нему видео, да? Инструкции прилагаются.
Вон, он уже пошел, пошел. Сейчас до конца открывается. Там стрекоза полетела. Тут а шагать можешь, если... Сейчас уйду, они будут распускаться, потому что...